хорошо, что мы так вот быстро как бы сделали счет. И игра уже, конечно, шла уже по нашему сценарию. И второй тайм, уже, честно говоря, нам не было смысла там доводить что-то какого-то очень крупного. Поэтому игра немного как бы потеряла свой интерес чуть-чуть, с моей точки зрения. Вот, а так вот первый тайм фрагментами было очень даже неплохо. Ну, уже я говорю, вот появление только одного Макса Черных, и уже совсем другая немножко игра в центре поля. Соперник хорошо играл, молодцы. И немного качества льда, конечно. Качество льда было бы получше, игра бы, наверное, все-таки была бы немного получше. А так слишком много напряжения, мячик прыгает, и слишком много напряжения. В общем, так, к сожалению, нам первый тайм совсем удался, первые минуты. Что-то получалось, но, к сожалению, затем Динамо нас подавило, можно сказать, что большим количеством острых моментов, угловые коши, не смогли мы с этим справиться, вследствие чего, в общем-то, конечно, судьба матча в первом тайме была предрешена, во втором ребята сыграли несколько спокойнее, и, в общем-то, вторым таймом можно быть более-менее доволен, потому что мы играли на самом деле достаточно неплохо, было достаточно много моментов. К сожалению, реализация оставляет желать лучшего. Ну, играли с чемпионом, естественно, что тяжеловато. И на такой скорости плюсы не будут хорошие. Несколько не готовы, наверное, к этому были. Быстро можно было. Потому что предыдущий матч вроде на этом же стадионе проводили, но игра была несколько другой. Сегодня Динамо у нас. Много спасибо большое. Есть ли у вас вопросы?